Друзья, всем привет! Хочу сегодня показать еще одну весьма полезную самоделку для мастерской из остатков фанеры и куска шпильки. Думаю, многим могла бы пригодиться эта штука. В общем, сами посмотрите, тем более я максимально постарался ускорить видео, так что желаю приятного просмотра. Сперва коронкой по дереву нам надо наделать кругляшков. Я сделал несколько штук. Затем центра кругляшков необходимо рассверлить так, чтобы они налезли на шпильку. А затем на шпильке склеиваем все в некий барабан или цилиндр. Пока клей сохнет, идем делать замеры площадки на сверлильном станке. У меня она примерно 19 на 19 сантиметров. Нам надо два таких куска. Отпилю от остатка бракованной 12-миллиметровой фанеры. Расслоилась немного, пока стояла в магазине, и я купил ее за 200 рублей целый лист. Вот теперь всячески пускаю ее в дело. Далее склеиваю и скручиваю саморезами эти два куска. А затем размещаю все отверстия площадки сверлильного на этих кусках. После чего приступаю к сверлению. Долго у меня валялась вот эта благополучно умершая УШМ. Вот не хотел выкидывать, думал, ну настанет же тот момент, что она мне может пригодиться. И вот он настал. Из нее надо достать одну штуковину из редуктора. Вообще я много всяких самоделок видел в интернете из редукторов от болгарок. Может тоже когда-то что-то и сделаю. И вот эту штуковину я вклеиваю в центр нашей площадки. Пока клей сохнет, вернемся к нашему цилиндру на шпильке. Клей там уже высох, и отпиливаем кусок от шпильки. Теперь закрепляем цилиндр в патроне на сверлильном станке. Заправляем ленту в самодельную ручную шлифовалку. И доводим цилиндр до гладкого вида. Далее вырезал кусок фанеры, немного побольше, чем предыдущие два, и делаю отверстие чуть больше цилиндра, который только что шлифовал.
ну и все между собой скручиваю. Вы, думаю, уже давно поняли, что это получился шлифовальный барабан с площадкой. Теперь надо зафиксировать наждачку на барабане. Я это сделаю с помощью двухстороннего скотча. Саму наждачку обрежу под углом, чтобы при шлифовке не чувствовалось биение от стыка. Вот и все, самоделка готова. Таким образом, зажав всю эту конструкцию в патроне сверлильного станка и зафиксировав площадкой, мы можем шлифовать детали, которым нужно задать форму окружности. И сделаем это ровно перпендикулярно к площадке. А на этом на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, если видео показалось вам интересным. Также не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ссылки, где покупал инструменты и оснастку, которыми пользуюсь, я оставлю в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, желаю всем хорошего настроения, пока-пока!